Мы находимся в национальном парке Red Rock, Красный Камень. Как вы видите, здесь красно-коричневого цвета. Стас с нами и маленький Сэмюэл. Мы здесь лазим по горам, и просто видно, что люди тренируются, кто-то из-за просто красоты пришел. Удивительный такой пейзаж. Вот, мы видим, какая расцветка этих камней. Слой за слоем. Знаете, как красивые камни. Мы из себя составляем тоже красивые камни. Камни, в которых Господь строит свою общину. Находясь на этой ответственной скале, мы можем сказать пару слов. Интересное место, но для меня приходит на разум место Писания, которое говорит, что камень моего спасения. Если так рассудить, то горы привлекают к себе своей могущественностью, и хочется сюда забраться, а спуститься сюда сложнее. Вот, знаете, и для меня этот интересный момент. Подняться-то подняться, а спуститься уже намного сложнее. Итак, мы сейчас лезем здесь под камнями. Ох, место сложно. Даже подниматься сложно. Конечно, говорил о том, чтобы опускаться, но подняться тоже сложно. Итак, путь обратно наверх. Это прекрасное место дает много впечатлений. Это очень интересное место, друзья. Это не просто прогулка, это общение, это молитва. Молитва за каждого из нас. Восхождение. Шима Алот. Восхождение со словословием.